Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы начинаем прохождение игры «Болотная атака», вторая часть. У нас с тобой тут ролик. Короче, крокодилы подняли бунт, понимаешь ли, да? Кто у нас тут? Наверное, крокодилы. Опять же, связано с водой. Что-то они там открыли. В общем, ребята, кипишняк по полной программе. Они решили захватить мир почему-то без музыки. Все это как-то втихаря. Ну, ладно, я так понимаю, наш Джо, как всегда, отдыхает. Ножки у него на динамите. На коробке с динамитом, да? Ничего не боится. А, психанул, чувак. Аж курица труханула. Короче, вывели Джо из себя, как обычно. Что в первой части, что здесь. Просто решили испытать его нервы. Ну что, давай посмотрим, чем она отличается все-таки от первой. Снова в путь. Так, мы с тобой, знаешь что, по-моему, на плоту плывем. Крокодил, монстр. Ясен перец, монстр, кем он еще может быть? Хе-хе-хе, олухи. Ну, анимация как-то, как тебе сказать, поинтереснее уже стала. Сам посмотри, какая прорисовка. Так, комбо X2. И крокодилы немножко по-другому выглядят, согласись. В первой части они, ну, какие-то топорные были. Здесь действительно уже прикольные. Ну-ка, голодранцы, куда вы прете? Я не могу понять. Блин, дробовик еще такой дешманский у нас. Последняя волна. Ну, это радует. Интересно, а боссы такие же, как и в первой части, или будут уже другие? Сейчас мы с тобой все посмотрим. И магазин глянем, да? Что у нас там за оружие будет доступно? Все. Мы с тобой первую каточку прошли. Бонус за идеальное здоровье. Угу. Вот эти вот шарики мне чем-то напоминают этих. Блин, я уже забыл, как эта игра называется. Так, смотри-ка, сундук нам доступен. Хоба, бонус за серию побед. Плюс 5%. Плюс монетки. И... Тормоз Джо. Вы серьезно? Почему он стал тормозом? Объясни мне. Карточки позволяют улучшать персонажей. О, а это новшество, кстати. Коснитесь зеленой стрелки, чтобы улучшить персонажа. Улучшаем, ребята, мы с вами тупого Джо. Второй уровень он получает. И поздравляем, теперь у тебя есть динамит. У нас бронежилет появляется. Ооо. Так, я доволен. Ребята, ох, ё-моё, ты посмотри. Ты посмотри, здесь, оказывается, будет не только Джо. Здесь будут новые персонажи или новые облики. Нет, по-моему, все-таки персонажи. Ну что, продолжаем с тобой игру. Вот здесь как выглядит все. Раньше у нас было в бок, да? Ух, ё-моё. Интересно будет, ребята, это все поиграть. А ты пиши в комментариях, хочешь ли ты дальше смотреть прохождение этой игры. Ну что, давай приступим с тобой. Шлемы для всех даром. Понятно, крокодил уже в броне. Получает дополнительное оружие, убивая монстров. Чем быстрее ты убиваешь, тем быстрее заполняется шкала. Я понял тебя, Джо. А, вот шкала, да? То есть мы с тобой души как бы получаем, и у нас за счет этих душ наполняется шкала. И первое оружие, которое мне доступно будет, это динамит. А раньше мы с тобой покупали в магазине, да, взрывчатку, чтобы ее использовать. Кинь это в монстров. Тыдыч. Последняя волна. А петушара там, которая орет, это, видимо, признак того, что на тебя надвигается волна, да? Джо, 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 не расслабляйся, родной мой. Ты что там расслабился? Я, конечно, понимаю, что у тебя там музычка играет, все дела, что мы с тобой на плоту плывем уже. Раньше-то мы с тобой, помнишь, просто сидели, да? В домике на болоте, а теперь мы, видите ли, на плоту плывем. Так, ну что, уровень второй. А что будет, если мы только с тобой копилочку наполним? Что нам дадут? Так, бонус за серию побед, спасибо большое. Так, опять монетки 9 штук. И опять же, тормоз Джо. Немножко так оскорбительно, да, звучит? Тормоз Джо, воу. Ежедневная поставка. Еще 4 карточки мы с тобой получили. То есть я его могу прапать. Давай, парень, получай третий уровень. А что дает нам уровень? Кто мне скажет?
Как-то усиленную атаку или что? Смотри, мы можем с тобой... Так, 100% защита от крокодилов. 100% защита, не кисло. Так, это уровень 6, 7, 8 нужен, да? Взрывчатка. А еще что-нибудь есть? Ну, или вот это весь наш арсенал? Так, магазин. Давай заглянем в магазин. Бесплатно. Упс. Приобрели. Так, это у нас все за... За гемы. Так, семья. Семья Джо, что ли, получается? И карта. Еще скоро, ребята, что-то должно в ближайшее время открыться. Так, ну что же, мы с тобой второй уровень проходим на изи. Так, а тут какое-то яйцо будет. Или же босик, или же новый вид оружия. Ну что, поехали. Третий уровень у нас с тобой — кровососы. То есть комары, что ли, появятся? Хе-хе-хе, комар, монстр. Ну давай, гаденыш. Ой, тут и комары, смотри, как выглядят. Оружие всегда доступно в магазине. Так, бесплатно мне дают. Ага. То есть есть оружие за души, которое мы можем с тобой использовать, а есть оружие, вот про которое я тебе говорил, да? Чтобы его надо, ну, покупать. Тут в данный момент нам дали с тобой бесплатно. Слушай, и самое прикольное, что здесь перезарядка происходит автоматически, я так понимаю, да? И причем он один раз кликает. Тихо, комар, вали отсюда. Один раз кликает, и все, и полностью обойму перезаряжает. А раньше он каждый патрончик, я помню, там чик-чик-чик. Вот это вот меня так припарило. Тут намного облегчили все это дело. Так, петушара там проорал. Ах ты, комар вшивый, он плевался, оказывается, понимаешь? Ну-ка, крокодилы задрипанные отдуплились. Мы дальше с тобой плывем. Мы дальше с тобой плывем. Я что, 3 динамита уже накопил? И даже не воспользовался. А в чем проблема, ребят? А, нет, все нормально. Я думал... А почему нам не хватило с тобой чуть-чуть? А, видимо, из-за того, что мы с тобой получили урон, да? 15% за серию побед. Опять нам выпадает тормоз Джо и 9 монет. Это такой недовольный, да? Грустный. Ну что, четвертая миссия. А почему тут черепок нарисован? Из тумана. Вышел месяц, да? Вынул ножик из кармана и началась тут с тобой у нас заваруха. Надо не забывать вот про тот динамит, который у нас наверху, и почаще им пользоваться, потому что вот, видишь, я про него забываю. А можно так, хоба! А, он еще и оглушает, ко всему прочему. Так, комар, вали отсюда. Хочу посмотреть, кто здесь будет первый босс. Хотелось бы, конечно, чтобы разные были боссы. Ну, отличались, по крайней мере, от первой части. Так, комарью, последняя волна, вы хорош так пугать меня. Я уже думал, что это за затмение такое на меня надвигается. Так, давай, 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 крокодилов, валим. Блин, динамит, нате вам. Выкусили, бомжики, кто-то будете знать. Бонус за идеальное здоровье, 4000 в плюсе. Так, вы должны быть все довольны, потому что я идеально прошел. Вот так вот. Хм, мне очень интересно знать, что будет, когда мы с тобой эту копилку накопим. Так, какой-то сундук, кстати, смотри, другой совсем. Бонус 25% за серию побед. Так, 14 монет и опять Джо. Но мы можем еще с тобой разок его прокачать. То есть, получается, он будет 4 уровня. Да, я это с удовольствием сделаю. Монет у нас хватает. Прям тютелька в тютельку. 3 сердечка, да, у него получается. 3 сердечка. Следующее улучшение будет через 20 карточек. Окей, ну вот у нас 5 уровень. Тут какое-то, ребята, яйцо лежит, не знаю. Опа, а защита куриц? Защите куриц. Слушай, ну тут новые какие-то испытания у нас. Они на покрышках, тихо. Хорош тут на моих курочек нападать. Не позволю. Не позволю, блин, дробовик надо улучшать уже. А как его улучшать? Иди отсюда, комар. Курицы, вы бы хотя бы плевали бы или яйца в них бросали бы. Тоже было интересно. Так, вали отсюда, комарин. Комариное отродье, бросаем. Угу. Пускай пока погалюнят. Последняя волна. Это хорошо, что последняя волна. Мы с тобой довольно быстро... Ах ты, вшивый комар. Успел все-таки плюнуть. Будут нам здесь доступны с тобой помощники или нет? Комар! Эй! Что происходит? Успел? Я успел, ребята, да? Фух, идеальное здоровье, да? Да, 4000 бонусом. Хорошо, что куриц не забомбили. Я за курицу переживал.
Я думал, до нее стоит докоснуться, и она погибнет. Нет, слава богу, она довольно крепкая у нас оказалась, курочка наша. Слушай, ну 50%... Ох ты! Сундучок, ты посмотри, какой им не дали. Так, 10 монет. Ох ты, это кто такой? Сварщик! Сварщик, новый персонаж. Так, у него... Я не могу понять. X3. Что такое X3? Вот это вот. Три карточки я получил или что? Тут два сердечка, тут три сердечка. Я могу этого сварщика... Мало того, что я могу за него играть. Что это меня сюда пере... Это что такое? Что это показали? Я не понимаю. Давай, наверное, улучшим. Оу. Молотов. Смертоносный коктейль для больших групп монстров. Что бы ни произошло, не пей его. Да и мне как-то и в голове не было, чтобы я его должен был пить. Можно мне улучшить моего сварщика? Вот, второй уровень он получает. Коктейль молотова. То есть, вот как вот это все взять? Или это у меня уже автоматически взято? Как броник повышать? Ну, пока у меня денег нету, поэтому об этом даже... Так, кузен обожает свой огнемет. Его одержимость огнем привела к нескольким несчастным случаям. Он редкий. Он редкий, ребята. Ну что ж, давай, наверное, за него поиграем. Смотри-ка, тут аж огнем горит. Так. То есть, я так понимаю, когда где-то яйцо, это новый персонаж у нас, да, появляется. Ну что, шестая миссия. Давай посмотрим, на что. Ох, коричневый хит сезона. Коричневый крокодил-монстр. Слушай, ну у меня-то уже не дробовичок. Блин, а вот против комариков-то это, наверное, не очень хорошо. Но сварщик прикольный чувак. Давай, комаров очень тяжело попадать по ним. Он еще, главное, в конце, когда у него заканчиваются патроны, из-под ствольничка бомбит. Ты это заметил, да? Вот это прикольно придумано. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И кто сказал, ребята, что вот эта часть не очень прикольная? По-моему, очень даже прикольная. Мне нравится, я не знаю, как вам, пишите в комментариях. По-моему, и анимация на высоте, и все, да. Она похожа очень сильно на первую часть. Но именно по прорисовке, мне кажется, она все-таки лучше будет. Так, последняя волна. А дай-ка я вот это сделаю. Бонус я, конечно, не получу за здоровье, потому что, ну, ты сам видишь. Уже мы получили с тобой кучу урона. Ну, фиксим. Главное, что мы с тобой прошли этот этап, и я надеюсь на 3 звезды. 1900 мы с тобой очков получили. Давай посмотрим. Так, раз, два, и... Чуть-чуть не хватило, совсем микрончик, ребята, чтобы мы с тобой... Так, бонус. 17 монет. Ага, теперь нам дают еще и на сварщика карточки, да? А это что такое? А вот это что такое, извините меня? Я не знаю, что это за... Это, наверное, энергия. Да, у нас с тобой есть энергия тут, оказывается. Так, ну что? Погнали. Я обязательно, ребята, эти уровни должен пройти буду на 3 звезды. Прочные панцири. Черепаха, монстров. Я помню этих черепах. Я их помню, ребята. Вон они как стали выглядеть. Раньше они немножко по-другому смотрелись. Ой. Куда ты бежишь, голодранка? Блин, я не знаю, мне почему-то кажется, что Джо был как-то, ну, я не знаю, он все-таки с дробаша. Может быть, у нас потому что винтовка с тобой слабая. Как-то непривычно по одной пульке бомбить, понимаешь? Там-то с дробовичка как шмальнул разок, да? А ну-ка, горите в аду, охламоны. Вжариваем, 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 говорю, комары писклявые. Ну ты посмотри, как тяжело по нему попасть, по этому комарику, а? Давай, 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 разбираем. Все-таки надо будет потом попробовать взять Джо. Мне кажется... Ага, все равно плюнул. Ну вот как тут идеальное здоровье сделаешь? Вот объясни мне. Если он издалека бомбит. Хотя Джо, в принципе, мог бы с этим делом справиться. Дай-ка я еще брошу коктейльчик один. Вот они сбрасывают свой панцирь и начинают на меня бежать. Ага, фигушки вам. Все, это была последняя волна. Бонус за здоровье 1900. И опять же мы с тобой не получим... трех сердечек, да? А нет, получили здесь, отлично, ребята. Так, 69 гемов уже. Так, что нам тут? Бонус, плюс монеты, один штук. Тормоз Джо и сварчик. Может быть, нам с тобой взять...
сварщика. Ой, сварщика. Джо тупого. Да ё-моё, я хотел тупого Джо взять. Трындец взял, называется, блин. Так, 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 бегут. Нет, я надеюсь, здесь будут все-таки какие-нибудь помощники, типа хамелеона, который может съедать этих москитов. Так, бомбанули. Коричневый крокодил. Я так понимаю, это усиленные крокодилы, в отличие, блин, от тех же самых зеленых. Зеленый разбирается на изи, а вот коричневый, да, немножко тяжеловато. Последняя волна. Я смотрю за мухами. Я хочу попробовать идеально пройти здесь. Давайте без москитов. Без москитов, пожалуйста. Вот то, что в конце из подствольника выстреливает, это, конечно, круто на самом деле, да? Идеально, не надо мне свистеть. Я здесь прошел эту миссию иде... А почему? От чего это все зависит? Я не могу понять. По мне не было ни одного попадания. Все отлично, почему не так-то? Интересно. Так, сварочка, скоро-скоро, ребята, мы сможем с вами еще прокачать, я так понимаю, на следующий уровень. Не хватает нам с тобой двух карточек. Так, семья, магазин. Подожди, а где мы с тобой улучшаем-то все это дело? Наше, где у нас там? Семья, это понятно. А именно оружие? Ага, вот сюда надо. Кстати, ты смотри, тут оказывается у каждого свое. То есть у сварщика вот такой арсенал, да? А как мне Джо? Вот. А у Джо вот такой арсенал. То есть, понимаешь, да? У него есть броник, есть дробаш. То есть, и чем круче уровень, тем круче плюшки открываются. Вот оно как делается. Так, пополнить. Сердечки пополнить. Так, а у меня, по-моему, все нормуль, да? Я... Подожди, ну вот я не хочу, например, динамит. Дайте мне вот это вот. Я могу вот это вот улучшить или нет? Видишь, улучшение. Следующее стоит 50 монет. У меня 41 монета. Попробуем сейчас сыграть с собой за Джо. Я хочу... А это что, будет здесь босс, что ли, у нас? Девятая миссия. Рой. Вот комаров вот как раз вот хорошо с дробаша, ребята. Вот, ей-богу говорю, с дробаша просто идеально бомбить по комарам. Смотри, они просто не успевают подлететь. Идеально подходит. На тебе. Так, хочу вот этот динамит глянуть. Динамит, блин, пока смотрел, ребят, в меня комары плюнули. Комары плюнули. Слушай, когда пойдут коричневые крокодилы с касками, это, наверное, будет трэш. Тебе не кажется? И самое прикольное, что здесь не надо, ребят, нажимать на кнопку постоянно. Тут ее зажал, и он стреляет автоматически. Это круто. Комар, вали отсюда. Там... Да ты, вот как вот я его должен был подбить, если он там в куче этих крокодилов спрятался и... Ну, здесь опять же все паршивенько у нас с тобой получилось. Так, еще и смотри. Эй, черепаха. Да сдохни ты уже. Фух, кое-как, ребята. Ну, опять же, не идеальное прохождение. Хотя тут не поймешь, от чего все это зависит. Тогда тоже не идеально, а почему-то вот, почему-то все... Удачно, от чего это зависит, не знаю. Так, осталось совсем немножко, мы с тобой откроем эту копилочку со свиньей. Так, 15 монет. Джо и сварчик. Так, и опять же у нас с тобой энергия. И я, кстати, могу улучшить сварчика, но я вот думаю, стоит ли сейчас это делать. 10 уровень. А тут какой-то на время. Так, старая крыса с пистолетом в плане. Ах ты, я помню. Помню этих крыс с аркебузами. Слушай, а что они такие жесткие-то? Че это по ним так бомбить-то долго надо? Эй! Блин, дробовичок-то мой уже, по-моему... Ать! Трындец, я тебе скажу. Пошла маза. Ребята, пошла маза. Давай ты... Бомби ты по ним, ё-моё. Джо, хорош раскисать. Ну, соберись, парнишка, не будь тряпкой. Чё, мы неужели этих комариков с тобой не забомбим? На, вот им динамитом там. Вот так вот, идеально все. Что, я же вижу, там ныкается крокодильчик. Вот так вот. Так, еще. Вот. Идеально, бросаем за... Фига он там бомбит. Ты бы еще за километр бы
стрелял бы по мне. Ну, давай, господи. Не, ну тут трудно пройти идеально. Трудно. Просто эти вонючие мелкие крысы, они бомбят издалека. Как я тут должен пройти идеально? Объясни мне, а? Бонус за здоровье 1800. Посмотрим, все зависит вот от этих маленьких букашек. Блин, а тут идеально. Я не знаю. Ну, копилка, ты готова мне дать свое нутро? Вау. Так, бонус за серию побед. Что это дает? 40%? 40% к чему? К награде или к чему? Еее, тормоз жопрок. Ох. Кто? Дядя Волосач? Новый персонаж. Ну, слушай, дядя Волосач. Вот эта штука гранатометик мне уже как-то внушает доверие. Я предвкушаю, что нас ожидает с тобой, дядя Волосач. Ну, лучше не придумаешь. Нет, ребят, я не знаю, кому как. А игра, по-моему, очень даже хорошо. И ничего против не имею. Анимация, все, как говорится, в старом стиле. Выдержка. Можешь меня поправить в комментариях. Ну что, попробуем с тобой сыграть за дядю Волосача. Только я возьму, знаешь что, хочу попробовать вот этот, например, уровень перепройти. Ну, хочу на 3 звездочки, ребят, пройти. Надеюсь, ты меня поймешь. Ого, что это такое? Слушай, да это... это что-то типа дробовичка, но только... ху-ху-ху-ху-ху-ху, ты посмотри. Блин, это он только первого уровня. Дядя Волосач, ты меня радуешь. Ты меня очень радуешь, если честно. Ты посмотри, как он... слушай, идеально. Я боюсь представить, какие дальше будут... у нас, ребята, семейные, как говорится, эти дружки, или как их назвать, я не знаю. Короче, кто у нас там еще по семейной линии достанется? Мы с тобой зайдем и глянем сейчас. Ну, я тебе скажу одно. Вот эта штука офигенная. Типа как у Джо, да, дробаш, только стреляет просто. Бонус, видишь, за идеальное здоровье. 4000. Так, а мы и здесь получаем, да? Ну-ка. Блин, а вот от чего зависит вот это вот? Я не понимаю, ребята. Так, 40%. Мы с тобой получаем монетки. И... ага, сварщика можем прапать. То есть все отлично. А самое главное, что никаких реклам, ребята. Никаких реклам. Так играешь, безмятежно. Идеально. Семья. Ты смотри, тут еще, ё-моё. Раз... о, тут смотри, какие-то эпические будут персонажи. А Волосач, такое ощущение, что легендарное. Может быть, конечно, я ошибаюсь, тут какой-то ковбой будет, видимо. Тут какой-то китаёза, наверное, да? А будет ли у нас такая возможность, как тебе сказать, помнишь, как вот в первой части ставить себе помощника? Наверное, нет, хотя уровни, ты не забывай про уровни. Так, подожди-ка, я до сих пор этого парня-то не прокачал. Улучшить. 5 уровень. Должно что-то открыться новое, по-моему, да? Или я ошибаюсь? А, на 6 уровне. На 6 уровне откроется. Ну, я пока все равно хочу взять дядю Волосача. Волосач. Слушай, ну прикольный типок. Прикольный. Так. Главное, что я прошел на... подожди, я же прошел на 3... в плане. Что нужно для того, чтобы пройти этот уровень на 3 звездочки? Вот объясни мне. Что нужно? Я идеально все бомблю. Никаких повреждений не получаю. Может быть, скорость? Ну, я имею в виду по времени. Или же по бонусам. Такое, кстати, тоже может быть. Ребят, я вот эту гранату хочу проверить. Так, она... а, она поджигает. Оу. Комар, вали, 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 вали нафиг. Короче, мне нужно, ребят, как можно больше наносить урона. Типа бонус. Вот бонус делаем с тобой. Видишь, у нас с тобой здесь вот копится шкала. То ли бонусная, то ли как ее назвать, не знаю. Ага, отлично. Все, давай посмотрим на результат. Бонус за идеальное здоровье. Вот, видишь? То есть надо было очень быстренько все валить. Дайте мне, пожалуйста, нет, ну не сварочка, дайте его. Слушай, мне кажется, на этого дядьку Волосача очень редко будет выпадать. Потому что он в оранжевой оплетке. Я так понимаю, что это легендарный герой. Так, ну что, давай, наверное, сходим с тобой на 11-ю миссию. Посмотрим. А босс, наверное, босс будет вот здесь. Да здравствует дождь! А почему я должен так радоваться дождю? Скажи-ка мне на милость. Ах ты, саркибуза идет! Ах, голодранцы. Ну ничего, ничего, ничего. Я улучшу пушку, я вам всем... вонючки мелкие покажу.
Я вам покажу, где раки зимуют. Допрыгайтесь у меня. Эти с аркебузами с этими. Слушай, они что-то как-то быстро идут. Давай, 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 волосач, не отдыхаем. Расстреливаем всех их. Тын-дын-дын. Это какой, знаешь, как будто дядя, не то что дядя волосач, а этот дядя с первобытного периода, ё-моё. Давай туда гранату, на тебе. Блин, лучше, конечно, у Джо. Граната у меня, по крайней мере, станет. А это просто поджигает. Плюнул все-таки, а? Ущербный, а? Москит. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Кстати, надо будет, ребята, зайти нам как-нибудь с вами в это, в Динабэш и посмотреть, исправили ли ошибки. Ребят, напишите в комментариях, если кто заходил, работают ли у нас там ледяные бомбы, ну и все прочее. Блин, не прошел идеально, к сожалению. Опять мы с тобой копим шкатулку. Ну, шкатулку я уже понял, ребята. Чем быстрее накопим, тем больше и быстрее получим с тобой вот этот легендарный сундук. А? Слушай, ну так, с таким темпом у нас с билетами вообще не будет никаких проблем. То есть мы с тобой энергию постоянно получаем. У нас 15 энергии. Оу, что это за... Не хватает ресурса сердца. Дядя Волсач больше не выдержит. Смени карты или пополни запасы, чтобы играть. А, вот оно что. Все, ребят, я понял. Так. Ну что, Джо, ты-то, я надеюсь, сможешь пройти? У тебя же есть одно сердечко, да? Продержись 60 секунд. Продержаться еще день. Я попытаюсь. Блин, вот такой бы урон волосачу, да? Вообще бы идеально было бы. Так, я, ребят, коплю динамит. Бросаем. Видишь, вот этот динамит станет. Как бы у каждого есть свои преимущества. У каждого персонажа. И это хорошо, они не одинаковые, абсолютно разные все. Как в исполнении, да, прорисовки, так и со своим видом оружия. И не только оружие, я еще не знаю, что у них там дальше будет. Ты же видел там прекрасно 8-й, 9-й уровень, да? Все новенькое у них там будет открываться со временем. Давай бросать. Так, 17 секунд еще нам с тобой продержаться. Хорошо, что здесь москитов нету, да? А то, ой, крокодил, я уже подумал, там какой-то супер большой крокодил. Нет, мне показалось. Да отвалите вы. Лезут толпой прям целые, это посмотри. 2 секунды, друзья мои, 2 секунды надо продержаться и все. Бух. Ха-ха, взорвал их. Так, мухи, пожалуйста, дайте мне. Е-е-е-е-е-е. Идеально пройденный уровень. Погоди-ка, а у нас, по-моему, шкатулка-то полная. Свинюшки. Так, тормоз Джо и сварщик. Блин, не хотят мне давать карточку. Мне одну всего лишь нужно карточку, чтобы прокачать дядьку волосача. Но не дают они мне. Что же вот это за фигня такая, а? Через 5 часов 42 минуты, типа, будет активно. А что будет активно, я пока не знаю. Сварщика мы можем прокачать, но я думаю, пока не стоит. Вот, видишь, полная. Накопи 40 штук самоцветов, чтобы разбить свинью. 40 штук самоцветов, а у меня всего лишь 23. Угу. Понятно. То есть... У тебя как бы есть выбор. Ты можешь ее либо за деньги, за 360 рублей разбить, либо за гемы. Я понял. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этом на сегодня мы закончим. Пиши в комментариях, как тебе игруха, понравилась или нет. Если да, то мы обязательно с тобой увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до новых скорых видосиков.